Это итоги недели, какими их видит редакция «Альтекс Медиа». В студии Алексей Соломаха. Здравствуйте. В выпуске. Первый форум жителей сельских территорий нашей области посетил глава региона. Даже мэры ходят в школу. Евгений Куйвашев посетил Ирбитскую ярмарку. Свердловчане подарили Минску памятник Владимиру Мулявину. Проблемой подтопления Булнаша занимаются на самом высоком уровне. Избил журналиста – получи срок. День физкультурника в Артемовском городском округе. Как это было? Не только мегаполисы и предприятия-гиганты являются основой любой области, но и ее села, поселки и деревни. В Свердловской области жители сельских территорий собрались на форум впервые. И глава региона не мог не посетить это важное мероприятие. Евгений Куйвашев принял участие в первом форуме жителей сельских территорий Свердловской области, который прошел в селе Ницинское Ирбитского района и собрал более 200 делегатов – педагогов, врачей, работников культуры и АПК. У нас в области почти 2000 сельских населенных пунктов. И считаю своей важнейшей задачей – создание достойных условий жизни для и отдыха, и работы сельчан. В 2016 году в селах нашей области родилось более 60 тысяч ребятишек. А за первое полугодие 2017 года почти 26,5 тысяч. Это будущее села. И очень бы хотелось, чтобы они оставались жить в своих родных селах, чтобы им не хотелось уезжать. А здесь уже наша задача отработать на отлично. Глава региона напомнил, что с 2008 года в Свердловской области действует программа «Уральская деревня». За это время при государственной поддержке в селах области построено более 33 тысяч квадратных метров жилья, что позволило 520 семьям улучшить жилищные условия, в том числе детям-сиротам, инвалидам и ветеранам. Свыше 600 сельчан было переселено из аварийного жилья. Построено более 36 километров новых автодорог, введено в эксплуатацию 272 километра газопроводов, реконструированы гидротехнические сооружения, обустроены родники. Большое внимание уделяется развитию сельского здравоохранения. Важный аспект, особенно для села, это скорая помощь. Для обеспечения удобства жителей отдаленных территорий нам порой даже приходится отступать от рекомендаций Минздрава Российской Федерации по организации станции скорой медицинской помощи. И по всем расчетам не должно быть поста, а мы сооружаем. Всего в области в последние годы открыто 34 поста скорой медицинской помощи. Важной составляющей является и наличие квалифицированных кадров, хороших опытных врачей, особенно узких специалистов. Для их привлечения в области реализуется программа предоставления единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Это делается в рамках программы «Земский доктор». Глава региона обсудил с селянами вопросы развития образования агропромышленного комплекса ЖКХ и заверил, что все их замечания и пожелания будут учтены в программе «Пятилетка развития». Для меня наиболее, наверное, значимо, что наконец-то губернатор услышал наши предложения по программе подготовки и переподготовки кадров сельских профессий. Потому что сейчас по профессиональным стандартам все специалисты обязаны проходить раз в 3 года повышение квалификации. Что говорить, это затратно, не все идут, а технологии меняются, и поэтому раньше было 5 лет, сейчас 3 года. Итогом первого форума жителей сельских территорий стала резолюция, в которой отражены все пожелания селян. Это и социальное развитие села, и развитие инженерной инфраструктуры, и развитие агропромышленного комплекса, развитие других производств, более мелких, которые востребованы в небольших населенных пунктах. Мы сейчас строим новые комплексы, мы приобретаем совершенно новую технику, и на это направлена наша государственная поддержка, которая именно губернатором поддерживается ежегодно, и в бюджете для селян она предусматривается. Депутат Заксобрания региона отметила, что руководство области будет двигаться пошагово, постепенно улучшая ситуацию и с образованием, и со здравоохранением, и со строительством дорог, с газификацией на селе. Такие встречи определенно полезны, потому что непосредственно народ видит главу и понимает, что и проблемы народа, они все-таки услышаны и они решаются. Особенно отрадно слышать, что губернатор по каждому пункту, который стоит, ну, вопрос молодежи, почему отток молодежи в основном в город идет, да, все пункты учтены в программе «Пятилетки». Это очень хорошо и позитивно слышать. Евгений Куйвашев поздравил победителей ежегодного конкурса «Лучшая сельская усадьба. Село-деревня Свердловской области 2017», а также наградил благодарственными письмами селян-передовиков.
Век живи, век учись. Поговорка актуальная во все времена и для любой профессии и должности, будь то слесарь или глава муниципалитета. Возможности применения проектного управления в государственном и муниципальном секторе для социально-экономического развития региона стали ключевыми темами очередной сессии школы мэров, инициированной главой региона Евгением Куйвашевым в 2014 году с целью повышения компетенции глав муниципальных образований и обмена передовым опытом с коллегами. Глава региона ранее отмечал, что применение проектного подхода на Среднем Урале позволит упростить межведомственное взаимодействие, синхронизировать стратегические задачи региона как между собой, так и с общей федеральной повесткой. При этом Евгений Куйвашев ориентирует региональные и муниципальные власти на то, что внедрение проектных методов необходимо осуществлять через конкретные задачи, которые уже сформулированы в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития области, основных стратегических документах региона. Как рассказал советник руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов, сегодня на уровне правительства Российской Федерации внедряется проектное управление. В прошлом году создан федеральный проектный офис. Были выделены основные приоритетные направления развития страны, в рамках которых сформированы программы и проекты, которые в свою очередь должны транслироваться как на региональный, так и на муниципальный уровень. Поэтому вся вот эта линейка, да, начиная с федерального центра, через районную власть и муниципальную власть, должна владеть и обладать навыками проектного управления. В ходе школы мэров состоялись теоретические и практические занятия. В частности, в ходе теоретической части прошло обсуждение конкретных инструментов управления, особенностей проектной деятельности. Для отработки полученных теоретических знаний была проведена деловая игра, в рамках которой участники семинара выступали то в роли руководителей учебного проекта и выстраивали план управленческих действий, то объединялись в команды и формировали план управленческих действий. По итогам практических упражнений по отработке проектных компетенций в рамках школы мэров наибольшее количество баллов набрали три команды. Их руководители – глава Березовского городского округа Евгений Песцов, глава городского округа Дегтярск Игорь Бусахин и глава Каменского городского округа Сергей Белоусов получили возможность прохождения национальной сертификации по управлению проектами. Напомним, проект «Школа мэров» стартовал в 2014 году, а в прошлом году вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной и муниципальной службе», проведенного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Ежегодно главы принимают участие в нескольких тематических сессиях, где имеют возможность познакомиться с изменениями в законодательстве, с эффективными практиками, а также в прямом диалоге с представителями федеральных и областных структур и ведомств детально обсудить наиболее сложные вопросы, выработать подходы к их решению. Сама инициатива создания школы мэров показывает, что региональные власти понимают, насколько важно обучение управленцев, работающих на местах. Евгений Куйвашев оценил размах ирбитской ярмарки, прошедшей в прошлые выходные. Он не только посмотрел на товары и попробовал продукты, но и сделал несколько покупок для собственного холодильника. Мастера народных промыслов и их уникальные изделия были в центре внимания главы региона Евгения Куйвашева, посетившего 15-ю ирбитскую ярмарку. Напомним, на заседании правительства 10 августа Евгений Куйвашев дал поручение разработать комплексную региональную программу по развитию и сохранению народных промыслов. Мне очень приятно, что помимо того, что съезжаются со всех уголков нашей страны, очень сильно представлен здесь народный промысел со всего Урала и не только. Как вы знаете, мы разрабатываем и в этом году обязательно примем программу поддержки народного творчества. И мне специально обратил внимание, как развивается у нас именно ремесло народного потенциала. Должен сказать, что очень хорошо, и я уверен, что год от года это будет расширяться перечень, и самое главное, будет увеличиваться ассортимент и количество участников. С необычным предложением к Евгению Куйвашеву обратился Сергей Каратченя, мастер по художественной обработке бересты из Нижнего Тагила. Он разработал проект демонстрационной мастерской, где можно увидеть, как на глазах гостей рождается новое изделие. У мастера из Тавды Владимира Кузнецова, временно исполняющий обязанности губернатора, приобрел сувенир – искусно вырезанную из дерева рыбу. Главу региона заинтересовали знаковые площадки ярмарки, как, например, Чайная улица, впервые организованная Генконсульством Республики Азербайджан в Екатеринбурге.
торговыми представительствами Республики Казахстан, Курултай-Башкир Свердловской области и Центром развития туризма региона. На площадке Ирбитского молзавода главу региона познакомили с новой упаковкой молочной продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и для всех, кому важен здоровый образ жизни. А хлебопеки Ирбита преподнесли главе региона подарок – торт в виде герба Свердловской области. Евгений Куйвашев стал гостем и национального молдавского подворья. Семья Кожакарь родом из Молдавии, но давно живет на Урале в Ирбитском районе. Несмотря на суровый уральский климат, их хозяйство дает богатый урожай винограда и арбузов. По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории. На ярмарку приехали не только свердловчане, но и наши соседи с Южного Урала. Из Удмуртии, с Волги и Алтая, из Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. А примерное количество гостей и участников составило около 35 тысяч человек. Ирбитская ярмарка не единственная инвестиционная возможность территории. Накануне с инвестиционными проектами муниципалитета познакомился первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Отметим, Евгением Куйвашевым дано поручение разработать комплексную программу развития Ирбита. Напомним, поиск точек инвестиционного роста и создание муниципальных программ развития – задача, поставленная Евгением Куйвашевым перед органами власти и местными администрациями Свердловской области. Ирбитская ярмарка – хорошая возможность показать себя производителям и умельцам, прежде всего, с соседних территорий. Музыка вне времени и государственных границ – это подтверждает открытие в Минске памятника Владимиру Мулявину, подаренного Республике Беларусь Свердловской областью. Евгений Куйвашев вместе с министром культуры Республики Беларусь Борисом Светловым и в присутствии вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко открыли в Минске памятник основателю ансамбля «Песняры» народному артисту СССР Владимиру Мулявину. Памятник легендарному «Песняру» – это подарок от Свердловской области, столицы Белоруссии, в честь приближающегося 950-летия. Напомним, в октябре 2014 года памятник Владимиру Мулявину, родившемуся в Свердловске в семье рабочего завода «Уралмаш», был установлен в Екатеринбурге на площадке у киноконцертного театра «Космос» при финансовой поддержке правительства Республики Беларусь. Тогда же губернатор Евгений Куйвашев предложил установить похожий памятник в Минске, в городе, где музыкант жил и работал, где создал вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Эту инициативу поддержал президент Республики Александр Лукашенко во время визита свердловской делегации в столицу Белоруссии. Владимир Георгиевич Мулявин говорил о том, что про себя, что у него две мовы, как два крыла у птицы. И это действительно так. Сегодня этим событием и этим памятником мы еще раз говорим друг другу слова признательности, отдаем дань уважения этому уникальному человеку, который очень много сделал для наших стран. Глава Минкультуры Республики Беларусь Борис Светлов назвал Владимира Мулявина великим сыном Белоруссии и России, внесшим неоценимый вклад в обогащение белорусской культуры. Он отметил, что установка памятников в Минске и в Екатеринбурге символизирует духовную близость, общность культурного пространства, которую нужно беречь и приумножать. Дочь народного артиста Марина Мулявина призналась, что для нее представлять на торжественной церемонии семью песняра – большая честь и ответственность. Все здесь присутствующие, его песняры, с которыми он начинал, его песняры, с которыми он жил на протяжении многих лет, молодые песняры, его центр. И самое главное, вы, зритель, которого он любил, для которого он писал. Я хочу вам поклониться и сказать спасибо большое. На торжественной церемонии открытия памятника прозвучали песни, исполняемые некогда Владимиром Мулявиным и его творческим коллективом. «Спадчину» и «Мой родный кут» спели белорусский государственный ансамбль «Песняры» и детский ансамбль «Заранок». Минский памятник музыканту, так же как и уральский, был изготовлен Свердловской литейной мастерской «Дубровин» и белорусским скульптором Александром Кострюковым. Автор скульптуры подарил Евгению Куйвашеву уменьшенную копию минского памятника. К слову, в 2014 году миниатюрную копию Екатеринбургского монумента глава Свердловской области подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко. Минский памятник, который был создан при финансовой поддержке компании «Ренова», представляет собой отлитую в бронзе портретную скульптурную композицию артиста высотой 2 метра. Он установлен на аллее возле Белорусской государственной филармонии, бульваре имени Владимира Мулявина. На постаменте размещена памятная табличка «Великому песняру Беларуси, уральцу Владимиру Мулявину от жителей Свердловской области». После церемонии открытия памятника Евгений Куйвашев посетил музей и мемориальную комнату знаменитого песняра, расположенную в филармонии.
Местным новостям. Замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев побывал в нашем муниципалитете с целью лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся в поселке Буланаш, где жители не на шутку обеспокоены возможным подтоплением. Ситуация меняется. С 2004 года ситуация изменилась. И про шахту я сегодня уже говорил. Даже в своих письмах признаю, да, наши расчеты были несовершенны. Надо понять, в какой степени они были несовершенны. Вот сейчас давайте опыт получим, а дальше будем смотреть. Нам самое главное, когда наш уровень не поднимался. Самое главное – это уверенность и безопасность. Сегодня выслушаем всех и переговорим со всеми. Наша задача – создать спокойные условия, чтобы люди вот видите, могли… Вот видите, с вами у нас даже цели совпадают. Очередной визит замминистра начался с шахтного водоотлива, где он смог пообщаться со специалистом и посмотреть за работой новых насосов отечественного производства. Сейчас вот здесь будем делать коллектор для общих трех насосов. Здесь будет стоить здесь на коллектор общий на три насоса, чтобы любой насос необходимо активировать, не отключая один насос. Вячеслава Тюменцева сопровождали представители экологического совета поселка Буланаш, председатель ТОМС поселка и артемовского предприятия «Жилкомстрой». На площадке шахтного водоотлива у делегации была возможность также обсудить преимущества новых насосов российского производства, сравнив их с китайскими, которые постоянно ломались и требовали дорогостоящего ремонта. Стоит отметить, дискуссия среди делегатов по поводу подтопления была оживленной. Но ведь не зря же говорится, что в споре рождается истина. Вот замеры, сегодняшние замеры по скважинам, уровень в скважинах падает. В скважинах по поселку уровень падает. Только на безномерной, вот она реагирует. Мы здесь готовы всех людей ехать, значит, во все погреба заглянуть, померить, что уже и было сделано. В субботу я приезжал, вы, к сожалению, с нами не поехали. Нет, просто вот поэтому ситуация мы такая готовы переговорить с людьми, если кого-то это беспокоит, будем мешать. Далее заместителю министра природных ресурсов и экологии Свердловской области показали то самое озеро, которое появилось в поселке в результате шахтного подтопления и размыва дамбы. Бывший работник шахтоуправления Егоршинская Юрий Патласов обратил внимание Вячеслава Тюменцева на эффективность работы шахтного водоотлива, если ничего не сделать с образовавшимся озером. Вячеслав Тюменцев вопрос с дамбой предложил решить путем утвержденным законодательством. Но для начала необходимо выяснить, на чьем балансе дамба. У нас 536 ГТС по всей Свердловской области, причем 401 ГТС находится в муниципальной собственности. Раньше это были в основном собственность государственная, там, предприятия и прочее. Сейчас у нас в основном эти все муниципальные ГТС. Потому что вот и за счет средств, кстати, Федерации, Свердловской области, муниципалитета у нас есть программа, в которой мы осуществляем капитальный ремонт этих ГТС. Единственное, надо, конечно, надо ее узаконить. Если это бесхозяйная ГТС, надо принять ее на баланс. Если она стоит уже на балансе, надо, соответственно, сделать ее обследование. И если действительно есть такая необходимость, надо посмотреть, действительно, есть ли вообще угроза, какая угроза существует. У нас некоторые ГТС в области, они созданы для сельхозназначения. Сельхозпредприятий уже нет, например, да. Безопасности населения угрозы никакой нет. Значит, ну, содержит в связи с тем, что население привыкло к водоему. Далее делегация во главе заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области побывала в северном, самом нижнем участке поселка Буланаш, чтобы произвести очередные замеры уровня воды в скважинах. Так, ну и что? 4,20. А, по-моему, в тот раз было 3,95, насколько я помню. 4,25. Вячеслав Тюменцев также принял участие в заседании ТОС поселка Буланаш, которое состоялось в здании поселковой администрации. Он довел позицию Министерства природных ресурсов и правительства Свердловской области по решению вопроса подтопления шахтными водами поселка Буланаш. Кроме того, по итогам поездки на шахтный водоотлив, озеро и замеры на скважинах, Вячеслав Тюменцев отметил, что сделает доклад министру о необходимости в решении данного вопроса держать обратную связь с общественниками поселка и с руководством муниципалитета. Мы предварительно проехали 5 числа, как Милована сказал, уже по домам и переговорили с людьми, потому что их мнение, наверное, самое важное для всех нас. Я даже вижу здесь людей, которых мы были дома, и эти приемки, значит, тоже ваши осмотрели. Вот. И хотел бы понять, где мы, может быть, не дорабатываем, может быть, хотелось бы мне услышать обратную связь. И вот уже пообщавшись сегодня с очень многими присутствующими здесь,
Я вот делал вывод и буду докладывать об этом министру и министру-губернатору. Я считаю, что нужно, чтобы наши встречи были регулярными. Ну, там как регулярно, это вам определять, соответственно. Я считаю, что мы с вами должны встречаться и вместе, я, соответственно, буду давать ту информацию, которая у нас будет. Вы зададите, значит, на основе той информации, которую мы подготовили сегодня, которую в папочках, наверное, лежит, да, у всех. Значит, мы постарались компилировать все ваши запросы, все ваши проблемы, которые вы обозначаете в ряде обращений. Постарались на них ответить специалисты министерства, специалисты Уралнеза, специалисты проектных организаций. О том, что правительство Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии проблему подтопления поселка Буланаш и шахтного водоотлива держит под контролем, Вячеслав Тюменцев отметил в личной беседе с главным редактором телерадиокомпании «Альтекс Медиа» Андреем Горбуновым. Если, я уже сказал, значит, коллегам, необходимо мое личное присутствие, я, безусловно, буду лично присутствовать. Значит, если это технические какие-то совещания, на которые мы сегодня предложили там разбить, может быть, технические такие, значит, рабочие группы, которые, или подгруппы, да, которые будут создаваться, сюда возможно привозить специалистов, может быть, будет участвовать начальник отдела минеральных ресурсов, который тоже специалист высочайшего класса нашего министерства. Надо, чтобы я присутствовал, я обязательно буду присутствовать. Ну, во-первых, приятно бывать в вашем муниципальном образовании, такое прекрасное место. Вот, и люди действительно очень доброжелательные, я увидел сегодня понимание в глазах. Визит в поселок Буланаш – это не просто импульс, это продолжение системной работы по решению проблемы буланашцев подтопления территории поселка, которая организована в данном ключе по поручению главы региона Евгения Куйвышева и будет продолжена. Бить людей в нашей стране противозаконно, однако отдельные, скажем так, индивиды считают, что журналисты к людям не относятся и защитить их закон не сможет. Мнение ошибочное. В Артемовском городском суде состоялись судебные прения по делу Евгения Шлейна и Дениса Слюсаренко, обвиняемых в воспрепятствовании законной и профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с причинением имущественного ущерба и с угрозой применения насилия. Напомним, данное событие, когда в Артемовском пострадала съемочная группа телекомпании «Ермак», произошло год назад, 28 июля 2016 года. Суть инкриминируемых событий состояла в следующем. В первые полдни дня 28 июля 2016 года Першина и Уразбахтин, которые являлись журналистами телекомпании «Ермак», в составе съемочной группы прибыли на промышленную площадку, расположенную по адресу дом 8 по улице Куйбышева в городе Артемовском, для снятия сюжета на предмет содержания бездомных животных. По прибытию на названную площадку, соответственно, было организовано проведение съемки сюжета, который был грубым образом прекращен, что оператору, что непосредственно корреспонденту были нанесены телесные повреждения, был полностью отобран материал, уже отснятый, и названные журналисты были выпровожены с территории. Предварительное расследование и судебное следствие продолжались довольно длительное время. И вот спустя год в рамках состоявшихся судебных прений были выдвинуты обвинения с предоставленными доказательствами вины подсудимых. По словам заместителя Артемовского городского прокурора Ивана Соплина, суд надлежащим образом установил все обстоятельства инкриминируемых Евгению Шлейну и Денису Слюсаренко событий и дал окончательную юридическую оценку их действиям. Непосредственно оценку того, что воспрепятствование незаконной деятельности журналиста – это является уголовно наказуемым деянием. Законодателем уже изначально сам статус журналиста и его профессиональная деятельность отнесена в отдельную категорию так называемых спецсубъектов, на которых распространяется более суровая ответственность воспрепятствования той или иной их деятельности. Как отражено в приговоре Артемовского городского суда и установлено в рамках предварительного расследования, Слюсаренко и Шлейн надлежащим образом осознавали, кто перед ними находится, зачем сюда люди приехали, но вопреки этому все-таки решили воспрепятствовать их деятельности, помимо прочего, применив к ним насилие.
Приговором суда Евгений Шлейн и Денис Люсаренко признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде 1,5 лет каждому лишения свободы. Вместе с тем, названное наказание суд посчитал считать условным, с установлением испытательного срока 2 года и с возложением ряда обязанностей. Интерес к спорту и физкультуре с каждым годом набирает обороты в Артемовском городском округе. Все больше людей разных возрастов выбирают здоровый образ жизни, и День физкультурника для них – праздник важный, близкий и понятный. В рамках торжественной церемонии открытия Всероссийского дня физкультурника всех собравшихся поприветствовали организаторы мероприятия. Мы приветствуем всех, кто считает для День физкультурника своим профессиональным праздником. Далее в рамках праздника одновременно на разных площадках спортсмены начали соревнования по таким видам спорта, как бег, игра в баскетбол и волейбол. К сожалению, насладиться игрой как самим игрокам, так и их болельщикам помешал начавшийся дождь. Спортсменам пришлось переместиться в спортзал образовательного учреждения, где уже проходила матчевая встреча по карате Гадзюрю и по армейскому рукопашному бою между командами города Артемовского и Тугулыма. Надо сказать, программа мероприятий Дня физкультурника состояла из гораздо большего числа спортивных состязаний. Профессиональные спортсмены и любители физической культуры в рамках праздника смогли также принять участие по 10 видам спорта. Соревнования проходили не только на базе школы номер 56, но и на других площадках города. Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ утром с 8 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30, а также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru. В студии был Алексей Соломаха. Всего вам доброго. До свидания.